Владельцам фур вернут деньги. По постановлению правительства России, владельцы 12-тонников, которые переплатили деньги за проезд по федеральным трассам в рамках системы «Платон», получат обратно. Но это не касается водителей, которым не принадлежит грузовик. Кроме этого, перевозчикам разрешили использовать свои приборы для учета пробега по федеральным дорогам. Они должны соответствовать всем требованиям от корректности подсчета километража, сохранности данных до защиты от взлома.